это я, Лиза. Так как я очень серьезный видеоблогер и анализирую свою аудиторию, я выяснила, что вам достаточно интересно смотреть на то, как я заполняю свой ежедневник. Поэтому я бы хотела заполнить ежедневник на эту неделю с вами. Приступим! Ура! Поздравьте, начался апрель. Понедельник, вторник, среда, воскресенье. И получается 1 январь, февраль, март, апрель. 2, 3, 4, 5, 0, 4. Блин, а вот этим я пользуюсь чаще всего. И нравится сочетание бирюзового и черного. Кстати, вот таким способом я ищу сочетание. Не то, что ищу, они сами появляются. Что у меня точно, это в субботу автошкола. Я уже там давно не была, потому что были просмотры. Также понедельник у нас манеж Mercedes-Benz Fashion Week. Mercedes-Benz Fashion Week. И меня пригласили на 2 показа. Ну, как меня пригласили? Это от вышки Xe и Converse. Потом, я не знаю, в какой день, но я встречусь с заказчиком. Вот, не знаю, получится или нет, получится ли с моим графиком, но пишу. Нужно сходить будет на выставку нашу вышкинскую. Опять вышка. Выставка. Посвященная женщинам. Я бы хотела выложить 3 видео. Встреча с Катей. Возможно, во вторник. Хочу сделать одну иллюстрацию и загрузить в портфолио свой проект 3D-шный, который вы видели в предыдущем видео. Но еще у меня есть небольшая работа, которую мне нужно закончить. Я ее давно не могу закончить. Опять же, потому что был просмотр, и, ну, вы понимаете. У меня есть один мейл. Коллаборация. Опять же, не точно. Потому что, если честно, я хочу отдохнуть. Коллаб. В четверг у меня выходной от учебы. А хотя мы идем в музей. С группой. Музей. Это нам по заданию на 4-й модуль. Ну, вот так выглядит моя неделя. В воскресенье я хочу первую половину дня отдыхать. Это каждую неделю. Потому что, когда ты много работаешь, очень сложно не перегореть. И для этого нужно, реально нужно заставлять себя отдыхать. И это воскресенье первую половину дня я бы очень хотела. Но мне какая-то тоска в воскресенье навевает. Вот. В среду у меня учеба, просто не пишу. В пятницу тоже учеба прям до конца. Я бы хотела в пятницу с кем-нибудь встретиться. Ну, скорее всего, что-то будет, или я буду спать, как бы мне пофиг. Я не особо тусер. Я, мне кажется, могу в любом месте заснуть за 10 минут, и все, я отрубаюсь. Надеюсь, что вам нравится такой формат. Ох, алло, это я, Лизочка. И это Марта. Марта заболела. Но у нас сегодня грандиозные планы. Мы идем на Mercedes-Benz Fashion Week на 2 показа от нашей школы дизайна. Ой, у нас началась история. Мама не попыралась, потому что они должны быть светлыми. Мы сейчас в манеже на Mercedes-Benz Fashion Week. И Converse Russia написал мне с ним в Инстаграме и пригласила меня вот на показ. Необычный показ, там какие-то супер модные звезды. Я забыла сегодня записать, что-то еще хотела. А Марта заболела. Я такой вид, что видно, что я заболела. Я раньше очень грезил прям модными показами.
лет 5 назад, 3 года назад, мне прям очень было интересно. В какой-то момент я поняла, что это... Можно прийти поддержать своих, но чтобы это было событием года, я думаю, не стоит. Но самое, что мне очень не нравится, когда люди не по погоде одеваются. Когда, знаете, сейчас снег идет, и кто-то в сандалях там, или платье с бретельками. Мы создадим модную коллекцию 2019 свой наряд на показе в рамках Mercedes-Benz Fashion. Носочки. Мэри, давай мячик. Кексончик. Эй, отдай мячик. Отдай мячик. Называется «Найди кота». О, тираннозавр. Ну, здорово. Сейчас Инстаграм, и ни с того ни с сего вижу сообщение Тимура голосовое. Слушайте, что он мне записал. Просто, то есть мы не общались, ну, несколько дней. Лиз, ты знаешь, я сейчас задумался. Так получается, тебя зовут Елизавета? Так не обычно. Да. Можно я тебя буду называть Елизавета? Обалдеть. Обалдеть. Елизавета Ракета. А, я смотрела фильм фон Триера, «Идиоты» называются. Тяжелый, тяжело смотреть такие фильмы, просто Валерия Гай Германика на максималках. Так как мы с вами на общении, да, мы с вами общаемся, я зачитаю комментарии, которые вы мне написали под предыдущим влогом. Блин, Лизок. Твое ютубное возвращение — это прям счастье. После каждого твоего видоса такое вдохновение накатывает, что срываюсь с места и бегу делать свои проекты. Спасибо тебе. То, что ты делаешь, это мега пафово. Спасибо большое! Я думаю, что задача моих роликов в первую очередь — это запомнить, что со мной происходит. Также второе, но они наравне стоят два пункта, это вдохновить зрителей моих на работу, вдохновить на творчество, чтобы вы фигачили. И если я выполняю свою задачу, мне тепло на душе. Такая радостная и веселая. Это все вы на самом деле, потому что я склонна к максимально ультрапафовое видео. Ну, мой человек прям видно. Собственно, место кайфа птиц. Вот голуби, а это их рампа. Такой запах, да. Практически он летает очень быстро, он летает 8-10 метров в секунду. И если из книгохранилища отправить патрон в читательскую зону, он долетит где-то секунд за 35-40. Ну, горбатая сестра нас. И учиться читать.
читать и вообще читать в принципе. В Минтио добрались до библиотеки имени Ленина. Мы были в библиотеке имени Ленина. И почему мы там были? Это потому, что в четвертом модуле у нас проект. Мы будем делать ролики для библиотеки имени Ленина. Я рассказываю план. Привет! Сейчас мы в Burger Heroes встретились с Катей Дорохиной. Сейчас супер. Чемоданами. Такие чемоданы смешные, особенно вот этот, как не посолька. Не наш отель. У нас еще отель первые два дня был такой странный, ужасный, с тараканами. Причем меня отправили убивать тараканов. Они меня обычно тоже отправляют. Они боялись. Причем одна просто какую-то супер панику развела. Ну, типа она плакала. И она настолько боялась тараканов, что она не могла успокоиться. И я пошла убивать таракана, хотя мне не очень нравится идея убийства. И самое тупое, что, знаете, ну он типа остановился, когда, ну там, включаешь свет, они замирают. Я взяла тапочку, замахнулась, типа долбанула по нему. А он, видимо, убежал. То есть я все равно затупила, и, короче, я его не убила. И потом он чудился еще всем полночи, что он типа где-то бегает. Лицами, которые на ресепшене сидели, нам поменяли номер, но он тоже был с тараканами. А потом мы переехали на классную квартиру. Типа нам надо было просто переждать какое-то количество дней в этом дурацком отеле. Был прям супер страшный. Из 90-х, там еще были такие красные коридоры, и типа там здание было, что коридор был в таком квадрате зацикленном, что можно было ходить по этому красному квадрату бесконечно. Кошмар. Я постоянно терялась там, типа, если куда-то ну, типа, свернешь, то там все одинаковое, по три двери, например, на вот это классно. Ну, вообще в Китае клево, это я так что-то. Но первые дни были такие не очень классные из-за отеля. Так все ровненько здесь. Это только здесь. Я хочу сделать ролики прикольные. Да, Марта давно хочет сделать ролики. Ну, блин. Обувь — это что-то вообще. Меня она очень вдохновляет, особенно такая рисованная, типа как... мультяшные. Собакевичи. А это котеечки. А это кто? Тоже собака. Все говорят, что это панда, но это собака. Мне корги напоминают. Класс вот это. Блин, тут столько всего. Ты много снимаешь? Кажется, он вначале еще красивый, а потом начинается какой-то бред уже. Типа, ну, все, это класс. Все подряд. Мне нравится разделение одежды, такие идеи. Я хотела, кажется, делать какой-то как керамический конструктор, чтобы сделать отдельные детали, и потом их можно было как-то складывать друг на друга. Но я ничего не сделала. Я помню, что Роганов был кубик. И там можно было вертеть, типа, лицо девочки, лицо парня, потом тело подбирать, это тоже было прикольно. Ну, это прям был кубик, вот там нельзя было собирать. Ой, кстати, класс. Завтра иду впервые что-то поделать в студии, которую я начала снимать. Может быть, как-нибудь придете полепить. Классная сцена. Танцы, да и восклицательных знаков. Но этот момент, когда из цветой, ну, вырастает вот этот вот посредством лейки. Мне кажется, там уже в конце ленилась.
Я не заметила. Вот тут тоже как-то вот перепрыгивает откуда-то сюда, и они так взаимодействуют. А все туда. Доброе утро! Мэри, скажи «Доброе утро!» Сложно. Были в Третьяковской галерее с группой, потому что у нас будет задание вот вчера. Ой, сегодня пятница. Вот четверг.